Всем привет, с вами снова Елена Беседовская. Добро пожаловать на мою кухню, где мы с вами сегодня приготовим паштет из куриной печени. Нежный, вкусный домашний паштет – это, скорее всего, лучший аперитив, лучшая закуска. До такой степени вкусное блюдо, что не терпится его уже приготовить. Кстати, его также можно красиво подать к праздничному столу. Поэтому ловите рецепт, будем готовить. Все ингредиенты вы видите у меня на столе, у себя на экране. Точное их количество найдете под видео. Там же есть красная кнопочка «Подписаться» и колокольчик, который будет вас оповещать о моих новых программах. Рецепт очень прост, ингредиентов не так уж и много. Вы спросите, зачем тут кабачок? Для презентации. А на самом деле нам нужна только печень куриная, лук, морковка, лавровый лист, немножко перца и немножко соли. Вот мы отвариваем печень, потом мы ее взбиваем блендером вместе с сливочным маслом. И вот эту прекрасную массу мы будем с вами презентовать в разных вариациях. Для этого у меня и хлебчик, для этого у меня перепелиные яйца, помидоры и, конечно же, кабачок. Итак, залили водой, довели до кипения, убрали пену, это очень важно, и оставили на среднем огне доходить в печень до готовности. Воды наливаем немного, именно столько, сколько нужно, чтобы покрыть печень и овощи. В это время я нарежу мелко лучок и поджариваю на смеси сливочно-растительного масла до золотистого. Перепелиные яйца отварю для презентации до крутого. Из хлеба сделаем крутоны и отправим в духовку немножко для подсушивания. Я уже начинаю готовить презентацию. Для этого я беру стакан и хлеб и выдавливаю. Печень готова. Сейчас я перекладываю в блендер, туда же добавляю лучок и сливочное масло. Перчик добавлю тоже. Мне нравится немножко такой с перчинкой. Масса получается чудесная, красивая, нежная, очень светло-золотистая. Сейчас мы дадим ей остыть, а пока приготовим продукты-компаньоны, которые пригодятся нам для презентации. У меня будут крутоны с нашим паштетом, будут перепелиные яйца с паштетом и маленькая канапешка со свежим цукини и свежим помидором. Друзья, а теперь презентация наших канапе. Поехали! Паштет остыл, и мы теперь его выдавливаем с помощью корнетика. Дорогие друзья, я надеюсь, что я вас смогла сегодня удивить, порадовать и вдохновить на новые подвиги. Такие прекрасные аперитивчики получились. Мне самой приятно, душа радуется, и я надеюсь, что вам это тоже очень понравилось. Вот такой чудесный печеночный паштет. Это как закусочка на один укус, такая маленькая, аккуратная, которую вот берешь и кайфуешь, когда ты ее так вот съел. Это же прекрасно. Моя миссия — показать вам, что можно кухню превратить в произведение искусства. Все, чего касаются ваши руки, все, что радует вашу душу, можно вот сделать вот таким прекрасным блюдом, вот таким прекрасным угощением. И я желаю вам радоваться на своей кухне, радовать своих близких. Готовьте, как я. Готовьте лучше меня. Готовьте для своих любимых. С вами была Елена Беседовская. До новых встреч в эфире. И будьте счастливы. Подписывайтесь на мой канал, лайкайте. И смотрите новые видео, которые появятся на вашем экране.